Итак, всем привет, мы продолжаем играть Colin McRae Dirt. Это третья часть, и по идее мы уже далеко прошли формально. А так, по идее, мало. Мы прошли первый ряд в прошлый раз, у меня на джойстике так не работает меню, не знаю почему. Третий ряд уже открылся, мы еще второй не прошли. Тут, в принципе, не так много гонок осталось. Давайте их начнем их проходить. С Японии начнем. Ручник пока не очень привычно. Вот. Так, кнопочка другая. Да, Subaru, конечно, Subaru, мы на ней тут катаемся. Штурмана у меня так и нету, это очень хреново. Я просто, мне очень тяжело так играть. Прям вообще без штурмана. Не знаю, почему не работает, видимо, я скачал что-то не то. Поражение нас сегодня не устраивает, только победа. Ясно. Я не знаю, он только что работал. Понятненько. Да, быстренько это все сделаем. Да, все. Пора показать всем, на что мы способны. Я, короче, клин сделал во время гонки, когда повтор будет. Отвык немного. Но ничего страшного. Сейчас сосредоточимся и все будет окей. Ручник надо использовать, а я что-то забыл об этом. Увы. Да, еще и... Пока непривычно. Давайте... О, в меню работает, серьезно? Ну давай. Сейчас я сделаю все, что смогу. Давно не играл. Неделю вообще не играл. А потом еще Life is Strange был 3 серии подряд. Потому что я там опортачил записи немножко. Но это ладно. В принципе, ничего сложного тут нету. Узко, очень узко, конечно. Обалдеть просто как узко. Приходится немного подрисковать. В принципе, идет все хорошо. В данный момент. Оп. Вот на таких узких дорогах прям нужно скилл немного показывать. Жалко, что нет штурмана, конечно. И приходится гадать по карте какой-то поворот, насколько сложный. Вроде хорошо. 2 секунды я выигрываю, пока очень мало, если честно. О, хорошо прошли. Следующий поворот. Тихо. Очень большая скорость была перед этим поворотом. Тихо, спокойно. Главное всякие знаки не сшибать, потому что они находятся керпаник. Где? Ты запомнишь даже. Хреново, поворот. Не получилось проехать нормально в дрифте. Опять не дрифтанул. Ой, я сейчас очень много выиграл, кстати. Мне, кстати, интересно, а вот Колин Макрей, он в чем хорош был? В асфальте? Или в грунте? Просто Себастьян Лёд, который так только 9 раз там подряд выиграл, он был в асфальте просто феноменален в раллином. Если асфальт участвовал, скорее всего, он выиграет его. А вот Колин Макрей, я не знаю. Немножко как пьяненький, но ничего страшного, может быть, я так и планировал. Не очень короткий круг был, не круг, а какая-то отсечка была слабенькая. Ух, блин, вот это сейчас я надавил на газ. Замечательно. Бля, вот об этом и говорил. Там до травы может что-то прятаться. То, что лучше не врезаться.
это что такое за просадка была? Просадку мне не надо. Ну я вроде разогнался уже. Повороты хорошо, как бы, по крайней мере, асфальтовые. А так не знаю. Хорошо. Концовка прям это мощная. Это чемпионат была. Ваш. Поздравляю. Ух. Да ты воду забыл налить. Она из-под чайника. Вот здесь где-то надо кадр сделать какой-нибудь. Сейчас, найду что-нибудь еще. Что-нибудь прикольное. Оу. Не-не-не, мне это не пойдет. Надо что-то покруче. Вот здесь, по-моему, был 180, да? Слабый 180, мой другой 180, даже все тут рядом был. Не-о. Блин, хорошо прошел, так красиво выглядит. Валим боком. Где поворот 360, 380? Алло, где он? Чё-то до сих пор нету. А, где-то вот здесь должен быть, наверное. Нет, тоже нет. Сейчас, подождём немножечко, прям немножечко, подождите. Хорошо. Ну ладно, все, пошли. Блин, намного проиграл. Я, если честно, вообще не понимаю этих людей, которые умудряются это побивать. Они прям знатно херачат. Прям очень сильно не ездят. Поздравляю с победой. О, это этот, как его? Не люблю тут трассы вот эти. Полупрофи, конечно. Так, может новую тачку купить, она помощнее будет. Крутящий момент. Колесная база, тип привода. 350 лошадиных сил на тонну. Это вообще мощнее. Не знаю, мне вот это нравится. Нет, стой. Вот это лучше желтенькая такая. Тут вот это, на эту музыку, по-моему, права авторские. Не бьет YouTube. Да. В меню. Просто потрясающе. Пора показать всем, на что мы способны. Ну давай покажем. Она едет по-другому, не как та машина раллийная. Тихо, блядь, тихо, выезжаем трассу обратно. Она очень тяжело ощущается и хреново уходит в поворот. Держим пока первую позицию, пытаемся не допустить, чтобы нас обогнали. Ни хрена дрифт, блин. Как царь зашел в него. Газуй. Мой милый кругончик. Добавить. Ай, даже круг еще не пройден был. Обалдеть. Ладно. Блин, на втором месте чувак идет хорошо. Довольно-таки. Не отстает. Я почесал лоб, блядь. Ладно, попробуем догнать. Хотя это очень хреновая ситуация. Могу его догнать-то? Просто я умею на этих грузовиках ездить грёбаным. Они очень медлительные. О-о-о-о!
Вот это догнал. Чесать лоб не очень хорошо, хорошая идея во время за рулем, вот вообще в гонке. Тут еще не работает дрифт вообще, ну типа когда я нажимаю ручник, она вообще никакущая. По сути 4 круга у нас тут. А че это он так послабел резко? Он же то, блин, гнался за мной ненормально, а теперь не может догнать? Или я лучше просто ехать стал? Немного не вписался, ну да ладно. Очень хреново работает дрифт здесь, прям... Отличный результат. Лучшее время на круге в гонке. Я другого не ожидал. Ой, хорошо, просто поворот прям очень идеально. И здесь нормально было. Ее надо держать, эту машину прям в узде, иначе, блин, ты улетишь куда-нибудь. А я отпустил тогда руль, по сути, ну, джойстик, как чесал лоб, и улетел за пределы. Чё? А, машина сошла, походу, какая-то, разбилась. Победа. В смысле? Еще один круг? Поздравляю с победой в соревнованиях. Давайте итог хоть кадр сделаем крутой. Будет где показан кадр, где куча машин едут? Прыгки я хочу что-нибудь. Где там прыжок-то должен быть? Подвеску, конечно, шикарно сделали, он просто великолепно выглядит. Полетел. Ну все, ладно, погнали дальше. 2 секунды проиграл, все. Кстати, это можно побить. Здесь-то можно побить. Я ж там хреново прошел концовку. Я много где запортачивал. Побьем мы этот рекорд еще. Первое место замечательно. Но у вас еще есть резервы для роста. Конечно есть. Да я даже не спорю. Резервов до хрена. Так, это что такое? А, это ралли-кросс. Блин. Это самое сложное, что здесь есть вообще. Ралли-кросс. На этом уровне соперников у вас... Тихо ты. Я лучше знаю, есть у меня соперники или нет. Ой. В каком месте Калио моя любимая машина? Ты посмотри, на чем я ездю. Удачи, я сделаю все, что смогу. Так, Лантеры в основном. Урод, блин. Воу, это что было вообще? Знаю эту трассу. Извиняюсь, не хотел тебя бить. Дай теперь обогнать хотя бы, чтобы тебя если вчера так не сделал еще. Ни хрена ты наглый. Я его что-то догнать не могу. Блин, тут у меня там побито, конечно. Может, из-за этого мощность слабенькая стала.
Ну сократил. Так, теперь надо в финальном повороте умудриться обогнать. Смотри, что делает скотина! Пора показать всем, на что мы способны. Скотина какая, а! Да блин! Мне нельзя машину ломать, я потом хуже еду. Удачи! Здесь. Я сделаю все, что смогу. Справа без толку, там как будто трек. Да что ты делаешь, уйди! Ничего страшного не произошло. Согласен. Полностью поддерживаю. Да блять, ты дичь, что ли? Да проехать! Волочь. Гламтер стоять. Вот котина, вот, конечно. Сильно дрифтанул, больно. Он ошибся, я по идее проскочил. Но он меня чуть задел, из-за этого я немного ошибся. Блин, вот это гонка. Поздравляю с победой в соревновании. Тут я понимаю. 5 секунд еще, обалдеть. На по-любому на другой машине. Но здесь это бестолково. Поздравляю с победой. О, угу, да, спасибо, спасибо. Аплодисменты мне. Так, это что такое? Ралли-рейд. Блин, главное, чтобы это не круги были. Но я не буду пока машину покупать, это мне не нравится, потому что, поэтому вот на этом поедем. А так, типа, там, по-моему, Туарег есть. Вот Туарег я бы взял. Туарег топ. Пора показать всем, на что мы способны. Дай тебе машину. Гигантские джипы выходят на охоту. Да ты что-то мне делаешь-то, а? Уйди давай. Дай приехать. Браво, я его даже не трогал, вот там отвернулся. Так, вот теперь уже борьба за первое место. Здесь может быть долго. Если по-честному обгонять, то может быть очень долго. Да ты что делаешь-то? Ты хотел, это явно видно было. Ты на меня поехал. А теперь я хотел.
Не нравишься ты мне. Все, обогнал. Теперь уезжать надо от него. Вроде оторвался немножечко, хорошо. Немножечко оторвался. Окей. Окей. Блин, как долго финиш еще? Так, 2 секунды, это мало очень, это очень мало. Финиш, я устал. Вот финиш, все, вижу. Вижу финиш. Победа. Отлично. Машину сильный интерес побил. Это просто замечательно. Вы выиграли главный приз. Куда он то колеса повернул? Не очень красиво. Пошли дальше. Дальше хочу. О, Виталий Дембиденко. Классный пилотаж и классная победа. Да еще как бы, конечно. Гонки-то я прохожу на тяжелом. Так. Так, ралли... Великобритания. Там, по-моему, трассы дикие. Опять это? Ну давай. Почему-то в меню заработал. Ай. Без комментариев. Я не знаю, что я куда поехал сейчас. Она по-другому ощущает уже не... не так, как на асфальте. Почти по-другому. Удачи. Я сделаю все, что смогу. Даже поворачивает по-другому. Да куда ты? Да что со мной, ё-моё, как тяжело-то управляется здесь она. Ужасно. Если я выиграл эту аптечку, это будет нечто. Это было отвратительно. Это было мега тупо. Что? Это просто отвращение. Это невозможно было быть первым. Что за херня? Здесь можно было быть первым после такого-то, а? Это было просто отвратительно. Тихо, выйди на дорогу.
Ну так нельзя к ней культучи в ралли делать, выходить за пределы трассы. Там могут быть камни, там могут быть всякие бревна валяться. Ты можешь просто пробить колесо. Эта средка не будет стоить того. А вот это очень хреново. Что-то я первую течку выиграл, а потом пошло какая-то херота. Там был знак медведей. О, асфальт. Замечательно, все, пошли выигрывать. Блин, я раньше грунт любил прям дико. А сейчас что-то асфальт нравится. Из коробки передач разве что шестеренки не выпадают. Не знаю, выиграю или нет, попытаемся. Она вообще не управляется, она все. Ебать, хорошо я влетел боковым. Ой. Пора показать всем, на что мы способны. Сейчас покажем. Еще раз так же стоп летим. Тихо, спокойней. Это хорошо было, лучше играть, чем в прошлый раз. Да и здесь неплохо получилось. Конечно, не то, что было раньше, но тоже. Да я не забываю об этой хероте. То, что там эти столбы стоят. Ух, блин. Мы еще ралли пройдем, типа там есть чемпионат. По-любому пройдем один раз. Ну там не один, типа выйдем на максимальный, там по-моему несколько уровней. Точно не смотрел еще. А здесь это быстро пролетит. Вот это вот карьера. Она здесь короткая же. Блин, это очень красный сейчас иду. Это прям знатно. Ой, сильно повернул. Привыкать надо к каждому покрытию. Это прям... Здесь вроде не сильно ударился. Хотя последствия будут с этого. Да что ты будешь делать-то? Штурмана прям капец не хватает. Как пользоваться дрифтом, чтобы не улететь с трассы, это называется. Блин, какой редкий переход, когда выходишь в грунт и на асфальт. Прям вообще знатно. Так, столбик этот. Ну это должна быть победа. Блин.
этот чемпионат ваш. Поздравляю. Удивительно после той аварии, конечно, когда там елочки собрал. Еще кадры поделаем, тут, в принципе, красиво может быть. Улепетал. Все мелькает просто перед глазами, когда ты смотришь повтор. Там что-то отвалилось. У него, кстати, толпины нету в машине. Сейчас смотрю вот этот поток. Ну-ка давай, покажи, давай, что там будет. Да блин, где не будет дрифт-то некрасивенький такой. Я не вижу ничего красивого просто. Кадры просто тупейшие. О, вот это хороший кадр. Ладно, пофиг, все. Ну хрена время. Если бы я не врезал сам, я бы рекорд побил бы. Ну, в смысле, здесь вот, в игре. Настоящий рекорд-то по-любому больше. Классный пилотаж и классная победа. Не поспоришь. Так, третий уровень. Что у нас здесь? О, зима. А, горные гонки, грузовики, ни хрена себе. Ну вот и настал момент перехода в профессиональный. Не такого, не знаю. 560, 700 тысяч, 340 с лошадиных сил на тонну. Конечно, вот это беру. Она просто прет знатно, походу. Задний привод, стой, форвард, а форвард, нет, передний привод, ладно, я уже думаю, что за бред. Что за говно? Ладно, Симпсоном будем. Блин, какая махина. В горной гонке это такая херота очень знатная, да. Блин, она вообще не поворачивает. Я еще не знаю, как она на дрифт реагирует. Тихо. Прикинь, люди вот это делают. Они катаются на вот этом. В горных гонках. Создают такие машины. Тяжело. Она прям дико тяжелая. Это... Поворачивай, пожалуйста. Она прям вообще тяжеленная. Она еле поворачивает. Вы, наверное, видите это даже на видео. А я когда рулю, это вообще прям знатно ощущается. Вот, хорошее преимущество, в принципе. Главное, никуда не влететь так-то. Дрифт работает. Блин. Тихо, не вылетай с дороги.
это грунт переходит, надо бы надо ощутить, как-то ощутить, как она будет на нем. Да, в принципе, то же самое, немножко поменялось. Не сильно изменилась чувствительность какая-то на дороге. Знатный дрифт. Майк Райан. Да ё-моё, не чертись. Идеально. Не, я больше не хочу на грузовике здесь кататься. Они прям... тяжело управляется. Я даже не представляю, как сейчас перейду обратно. Это был дрифт. Понимаете всю прелесть, да, его на грузовике? Но это победа. Вон уже финиш. Вот все. Этот все. Чемпионат ваш. Давайте вспышку сделаю, потому что это очень необычно, и можно в серию запихать это, как кадр. Нет, тут куда-нибудь. Сейчас бы спойлер на грузовик ставить. Не нравится. Это хорошо было, по идее, там умещается отлично. Нет, он должен быть в углу где-то. Лево все. Да что за камера-то, ё-моё? Ясно. Во, вот это хорошо, все, нормально. Пошли дальше. Ну и все, вот на грузовике невозможно рекорд поставить. Надо другую машину. Тут прям такие знатно скоростные тачки есть. Вот на них можно поставить рекорд. Победителю достается все. Советую просто наслаждаться победой. 300 тысяч, обхренеть. Так, это что такое? Ралли-рейд, круговой. Машину дадут какую-нибудь? Грузовики. Ой, это я перепутал. Ну, естественно, КамАЗ. КамАЗ, да, он побеждает всегда и везде. 30 тысяч, да. Они там постоянно в Дакаре побеждают, поэтому его надо брать. Тут без комментариев. Ну что-то, блин, третий уровень любит грузовики, прям вообще знатно. Удачи, я сделаю все, что смогу. Блин, ну... Фургон, блин. Коробка на колесах. Нормально. Обошли. Вуаля, а вот это он просто тяжеленный. Это максималка, это максималка. 78 км в час. Давай, 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 давай. Это очень скучно. Это очень скучно. Как он не переворачивается, это просто что-то. Так, вот тут сейчас догнал немного.
пошел. Теперь вот этого надо догнать. Мамы. Блин, капец, он не успевает разогнаться в прыжках. Отлично. Все, первый, и теперь держим. Просто держим. Уехать здесь просто невозможно. Да блин, есть прямо. Скорость просто огроменная, да. 100 км в час, 100 всего. Я ездил быстрее, блин, по городу. Ну, то есть не по городу, а по трассе. О, финиш, ура! Это очень скучно тоже. Даже не буду просматривать. Демиденко. Подумать только, победа в чемпионате. Демиденко, блин. За мной увязался. Сорок одна минута, кстати. Старт. Мои поздравления, вы заработали право выступать в двух новых гонках. Да блин, а как иначе? Но я ж побеждаю. Так, четвертый уровень еще далеко. Парные гонки. Это значит две трассы будет, да? Так, а тут что-то открылось, смотри-ка, что это такое? Citroen. 240 лошадиных сил на тонну. Мне не нравится этот Citroen. Блин, а он гораздо мощнее. Просто намного. Давайте пока не будет Citroen другого, я буду на нем кататься, вот на Субарике. C4 пока появится, тогда поеду на нем. Пора показать всем, на что мы способны. Это что за крюк такой опять? Германия, Джомани. Так, ну первый крюк пока я прошел хорошо. А вот дальше что будет, не знаю. Не знаю, где длиннее. Хреново очень прохожу, хреново. Блин, что, я проиграю, что ли? Серьезно? Отличный результат, и вы его заслужили. Это очень жопа была. Еле его обогнал. Да уж. И страх надо учить. На бум так кер проедешь. Ну смотри-ка, там они еще медленно прошли. Может быть, будет сейчас проще. Возможно, я победил самого сложного противника сейчас. Возможно. А возможно и нет. Удачи! Я сделаю все, что смогу. Так, а между прочим, против Citroen я катаю еще. Давай.
я лучше еду гораздо. Блин, как тяжело ты его выиграть. Да, ну здесь проще было. Хотя нет, я проиграл. Поздравляю с победой в соревновании. С тем временем я проиграл бы. Там минута 10 была, я отставал тогда. А нет, выиграл бы тоже. А нет, стоп, секунду я проиграл бы. Все нормально. Все нормально. Две новых гонки. Это классный результат. Он с таким заебанным голосом это говорит. Вы открыли две новые гонки. Это классный результат. Блин, я сейчас третий уровень так пройду за сегодня, нет? А за сегодня ну не вот успею. Настал момент, нет, ничего не настал, ты мне врешь. Блин, давай, ладно, синенькую возьму. Тут денег вообще не стоит. А это целика, да? Да, вот эту машину исключили тогда. Любимая страна США, с какой стати? Пора показать всем, на что мы способны. Старенькая Субару. Вот это очень красиво выглядит. Здесь трата. Немного не подкачил. Этот момент, когда, знаешь, я понимаю, что ты не уйдешь из-под удара. Удачи, я сделаю все, что смогу. Давай. Делай. Здесь хуже уже, в прошлый раз гораздо лучше прошел. Воу-воу-воу, не протаживайте. All good, all good. Бля! Ну тяжелее становится их выигрывать, конечно. То ли трасса тяжелее становится, то ли еще что-то. Но сейчас они знатно жарят. Нет, деревья! Почему они на дороге валяются? Как я должен угадать, что они там находятся? У меня штурмана нету, чтобы угадывать. По штурману, конечно, было проще, но его нету. Круто. Это было кратко. Было замечательно просто. Дерево. Занесло после прыжка. Да почему тут право-то занесло тебя, алло? Блин, может быть я смогу выиграть еще? Аптечка, конечно, дерьмовая.
никак зависим от мощности машины трассы. Он зависит от крутящего момента только. Сколько можно отыграть, ладно, попробуем. Эту трассу вообще не знаю, ни хрена. Нельзя. Уже звук произошел удара. Пора показать всем, на что мы способны. Маленькая ошибка, и все, просто то, что до этого делал, это к чертям летит. Замечательно. Да нет! Задел тут бугор гребаный. Меня просто понесло вправо сразу. Да. Трасса, конечно, что еще? По сложности. Ну, блядь. Я выигрываю, да на нафиг. Мало, но выигрываю. Штурман ГС знатно не хватает, я вообще не понимаю, куда ехать. Я просто пытаюсь два глаза распределить. Удачи, я сделаю все, что смогу. Это невозможно просто. Где штурман, сука? Мне нужно вот это, право 2, левый 4. Палки повсюду валяются около дороги. И на дороге еще интересно, самое вообще охерительное. Радар конченый, просто не успевай их прорисовывать. Да откуда там палка вообще, ё-моё? Тяжело это следить за тем и этим, за всем подряд следить просто. У меня глаз дергается. Не хватает прямо на дороге, чтобы вообще мешало все. Капец, блин. Так все мелькает по краям дико. Она уже становится дорога. Вот широкая, нормально. Yeah.
Жестко, очень жесткая трасса. А это все, надо просто замечательно. 55 минут. Вы выиграли главный приз. Я проехал. Тут их там... Там соревнование не сложное. Сложно доехать. Это да. Ладно, давайте на этом закончим. Я думаю, четвертый уровень вам понравится. Давайте на этом закончим. Время подошло к концу, как бы. Поэтому что мучить-то себя. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там скриншоты, обзоры, саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.